Мысль о некой русско-российской идеализации и иностранщины, будем так сказать. То есть во все времена казалось, что везде где-то есть что-то, кто-то умнее, кто-то лучше, где-то что-то есть, а мы как бы себя ничего не представляем. То есть постоянные бородатые какие-то наши правители дремучие, которые во всем уступают западным правителям или же восточной мудрости, которая там имеется где-то там далеко в Японии, где-то там в Китае, Тибет, везде. То есть наши люди как бы постоянно в поиске чего-то такого нового, экзотического, да, там кришнаитов ищут буддизм где-то там, ну, в принципе, не наша эта культура, то есть нету корней особых, есть, конечно, в Бурятии, но узкое национальное, то есть нормально. Можно быть буддистом, набраться идей, пройти школу и получить такое мировоззрение, но по-настоящему человек, выросший в христианской среде, он остается христианином. Но так как мы наполовину христиане, так говорить, пришедшее христианство у нас несколько трансформировалось и впитало нашу исконное язычество, да, то есть православие, то есть закон, понятие есть понятием, и то есть наше христианство, оно слегка делает большой акцент на дух больше, чем на идеологическую составляющую в том же католицизме, где постоянные лекции и ксензы грузят, и пастыри грузят по правилам и понятиям, как жить у нас, в принципе, просто больше акцент на дух. Так везде есть акцент. И в буддизме есть акцент, разные школы, которые акценты разные делают. Ну, конкретно, что на примерах, что я имею в виду. Ну, то есть, почему мы не имеем своих понятий как идеалы. То есть, ну, начнем с того, что, как я уже говорил, институт воров в законе, то есть это загнанное в подполье наши волхвы, то есть маги-волшебники, учителя, актеры, почтальоны, в общем, целый спектр такой творческой натуры человеческой, постоянно в поисках знаний. И вот этих волхвов поставили мне законы, введя крепостное право. То есть они перестали разрешать ходить туда-сюда. То есть сразу же в тюрьме образовалась каста бродяг, которые, то есть, поддерживали традиции исконно волховские, или там друидские, или дервишевские. То есть это одна и та же культура российская. Здесь ходили мудрые люди, которые даже к Иисусу зашли, и там его короновали как будущего короля, три волхва или три круля, как в Польше говорят, и праздник даже есть в этом католическом. То есть волхов дань уважения им отдали. То есть праздник есть в католичестве, касающийся волхов, которые пришли, короновали маленького родившегося Иисуса Христа на трон духа. Вот. То же самое, в принципе, это старая традиция, и если сейчас там в тибетском буддизме где-то ищут перерожденцев, таких, то есть маленьких малышей, которые достойны, или они чем-то очень интересны своим поведением, да?
то есть уверенные в себе, такие открытые, вот, то в традиции на этой территории, которая называлась ранее Русь, и, ну, это общая азийская территория, то есть асы – это Асия пошло. Почему ас? Потому что авторитет, то есть культура авторитета. Вот. Ас – это туз по-нашему. Ас – это в колоде карт, это высшая карта, то есть она главнее короля. Мы будем, и как мы знаем, что карты пришли нам не тысячу лет, не 2000 лет назад, а гораздо раньше, то есть это старая добрая традиция, выраженная именно в игровой форме. Вот, как сама жизнь. И вот, представляете себе, сейчас в настоящее время наши асы, коронованные, волхвы, загнаны в подполье, они стали ворами в законе, организовывают жизнь в криминальной среде, организовывают жизнь на местах, то есть это мафия, это государство в государстве, то есть со своей казной, со всеми своими атрибутами государственности. То есть это старая дохристианская, доврамистическая модель государственного правления. Она никуда не делась, она так и осталась. Помириться они не смогут. До той поры, пока с той и с другой стороны не произойдет понимание происходящего, понимание истории. Если понятие, допустим, те же воровские, сейчас воровские так называемые, их начать распространять и дать осмысленность им, глубину, рассмотреть, насколько они честны и правильны в этой стрёмной среде криминальной, то есть где эмоционально люди поставлены в ситуацию в зоопарка, когда они закрыты в клетках и вынуждены эмоционально между собой каким-то образом находить общий язык. И вот понятия именно дают те правила поведения, которые дают возможность людям оставаться людьми в тяжелых условиях замкнутого пространства. Вот. Не все так просто в этих понятиях, да, есть людское, которое выходит, выскакивает, есть понятие, что не быть овцой, просто-напросто, нужно бы оставаться человеком, ну, быть человеком, если каждый не должен иметь свое место. То есть демократия того, что все равны, это блеф, который насаждается и делается из людей старых. И получается так, что мы-то идеализируем разные буддизмы, ну, там христианство идеализируем, демократию идеализируем, очень такое хорошее понятие, да, демократия, власть, равность людская. Вот это свобода, свобода слова, свобода это волеизъявления. Ну так теперь вернемся к нашему. У нас есть очень интересное слово воля. Что такое воля? Воля это власть. Моя воля, моя власть, или воля – это свобода себя самого, воля личная. Что такое воля? Можно обрисовать ее с разных сторон, обрисовывать, но понять до самой глубины – это сложнейший вопрос. И здесь возникает аналогия. Вот, ребята, давайте задумаемся. Мы там многие… Там есть сторонники дзен, такое японская техника трансформации сознания, просветления, да, чтобы мозги поуставлялись, чтобы человек просто скинул все, весь груз из своей дурной башки, которую он насобирал, и стал свободным, и жить начал нормально, по-человечески. Вот. И все стремятся к этому дзену, там, ну, адепты, да.
У нас много адептов этих, ну, сторонников, все. Все понятно, дзен. Слово такое, непонятно, что учителя бьют палками за то, что это неправильные ответы. Они там каны решают, задачки такие неразрешимые с логической точки зрения. И, а у нас вот есть воля. И оказывается, что в принципе-то воля – это то же самое, тот же самый дзен. То есть наш дзен, наш российский дзен. У нас есть понятия, которые бы хорошо их загнали в подполье, западная цивилизация. У нас есть для разглядения с понятия воля, у нас есть полностью собственная культура, которая почему-то сейчас загнана в подполье, криминальная это самое. Нам не дают, как бы, кто не дает? А адепты западного мира, потому что они хорошо организованы, у них хорошо организованные группы. То же еврейство, оно в группах постоянно. Если мы почитаем манифесты еврейские, то там очень интересный вопрос. Ребята, даже если вы враги между собой, поймите, что вы должны друг другу помогать. То есть, если ты не любишь того еврея, и он занимает какую-то другую позицию, ты говори о нем все равно. Ты не говори о каком-то русском, о каком-то этом самом другом. Ты говори о еврее, делай ему рекламу. Даже если ты ему делаешь плохую рекламу, ты делаешь ему рекламу, ты делаешь ему добро в любом случае. Получается так, что именно вот это организованное еврейство, оно насаждает собственную культуру. То есть артисты, они продвигают своих, да? То есть ставишь перед выбором, кого на конкурс послать. В конкурсной комиссии три еврея и четыре русских. И обязательно поедет еврей. То есть они выберут его, они настоят на этом. Они своих подтягивают и выталкивают. То есть они создают маршаков, песенки, сказки. Они полностью после революции культуру российскую, то есть они захлестнули. То есть как захлестнули? Это все по-человечески, это все понятно, это нормально. Организуйтесь, русские, будьте такими же. Но вы же не можете. Вот гомосексуалисты могут организоваться. Он один попал на работу хорошую, он возьмет к себе гомосексуалиста другого на работу. По признаку, вот, в правительство один попал, подтягивает второго, третьего, они помогают друг другу. Евреи, гомосексуалисты. Все. Потом еще деньги играют огромную роль. Вот верхушка пирамиды, из этого складывается власть. А мы не можем понять, в чем суть нашей культуры. Почему? Потому что на нашу культуру накладывается огромный рекламный ролик чужой культуры. Более организованный, который говорит, что наша культура языческая, она ничего не стоящее, это пережиток прошлого, это обезьяны, бегающие там с камнями, с топорами. Вот. А по сути своей-то мы имеем свое, и вот до своего докопаться очень было бы здорово.